Будьте правее. Возьмите левее. Мы ушли с маршрута. Блин, что с навигацией сегодня? Куда вообще мы попали? Пап, куда мы едем, а? Как, Ангелин, куда едем? К зубному врачу тебя везу, забыла, что ли? Пап, а у меня зубы не болят, может быть, мы никуда не поедем? Угу, да, сейчас, никуда не поедем. Я что, зря потратил час своего времени сегодня? Да куда же нас везет навигация сегодня? Ты уверен, что мы на этом пути? Что-то я сомневаюсь. Мы уже, походу, с города выехали. Поверните направо. Так, я не понял. Поверните направо. Тут же некуда ехать. Поверните направо. Что творится? Нет соединения со спутниками. Все, мне это надоело. Пап, тебе какой-то тут фиксик звонит. Чего? А? Какой фиксик? У меня нет таких контактов. Алло, папа Рамик у аппарата. Кто звонит? Чё? Какой ещё нолик? Вы чё там перегрелись? Я Дим Димыч с тобой поговорит. Дим Димыч? Да, из мультика звонит. Здорово, это мы, фиксики. Мы испортили твой навигатор. Нолик, Дим Димыч, Эксэ что ли? Да. Чё вам надо от меня? Ты обязан найти горку пожирателя. Тогда мы починим твой навигатор, и ты поедешь куда тебе надо. Чего? Горку пожирателя? Чё, мне делать нечего? Не буду я ничем заниматься. Да в том-то дело, горка пожиратель куда-то пропала. Её нет нигде. Вы должны её найти. Вы должны проехать все детские площадки прямо сейчас. Пап, может, правда послушаемся их? Послушаемся их? Что будет, если и не послушаемся? Мы в твой навигатор залезли, сейчас в твой телефон залезем, машину твою залезем и все поломаем. Чего? Ну вы же фиксики, вы же делаете добрые дела, вы чините, а здесь вы все ломаете. Нет, так нельзя делать, фиксики. Просто выполни наше желание. Да-да. Дим Димыч правду говорит. Нолик, не мешай мне, не видишь, я тут разговариваю. Ладно, давай уже, ставь маршрут. Маршрут проложен. Так быстро. 50 километров, вы что, издеваетесь? Ну что поделаешь, надо проверить все места. Гелин, походу зубной у нас сегодня отменяется. Чё, издеваетесь надо мной? По таким дорогам меня пускать? Ну ты же хотел самый кратчайший путь. Вот он. Самый ближайший путь до горки будет по этой дороге. Пап, куда мы попали? Не знаю. Да ну этих фиксиков. Фиксики, больше так не делайте. Давайте мне нормальную дорогу. Вот мы и прибыли на первую детскую площадку. Где горка? Давай ее искать. Ангелин, ты видишь где-нибудь горку пожиратель? Ее здесь нету, папа. Нету здесь никакой горки пожиратель. Пап, должен поехать домой. Конечно, поехали. Стой, это всего лишь была одна детская площадка. Надо еще посмотреть на других. Горка, может быть, там прячется. Опять вы? Зачем вам сдалась эта горка? Что вам надо вообще от нее? Дайте нам спокойно вернуться домой. У нас не свои дела, и нам надо ее срочно найти. Вы должны нам помочь. Вы ее лучше всех знаете. Нет, ничего я не буду делать. Просто уезжаю. Все, достали мне фиксики, я еду домой. А ну поставь телефон обратно. Исследуй навигатору. Пап, может, послушаемся их? Нет, Ангелин, ставь громче музыку, поехали. Не будешь меня слушаться, будет как в прошлый раз. Не слышу, у меня музыка кричит. Ну ладно, ладно. Чё происходит? Чё? Чё, у меня машина заглохла? Давай уже заводись. Фиксики, это ваших рук дело. Фиксики, давай, мне машину надо заводить срочно, фиксики. Ты поедешь на детскую площадку? Хорошо, поеду. Заводите мою машину.
злые фиксики. И телефон не забудь перевернуть. Маршрут проложен. Проложен, едем, да. Хорошо. На следующую детскую площадку. Фиксики, только на сервис нормальную дорогу. И это топливо мне заправьте. Да, пожалуйста. Ого, полный бак. Я в шоке. Ну хоть где-то вы молодцы, ребята. Так бы всегда поддерживали бы у меня в машине полный бак. За дорогой следи. Фиксики, фиксики. Ребят, пожалуйста, ставьте лайк, чтобы нашли мы Гогу пожиратель. Поставил лайк? И успей подписаться. Быстренько нажимай на кнопочку внизу. Ты же, пожалуйста, пожалуйста, подписываемся. Что-то я здесь не вижу никаких горки-пожирателя. Не, пап, тут какие-то детские горки, это не то. Да и вижу, что не то. Нету нашей горки. Здесь ее нету. Все, Ангелин, поехали дальше. Ее нигде нету. Не знаю, где она может быть. Не знаю, ребята, что эти фиксики придумали. Здесь нет горки-пожиратель. Как вы думаете, нам стоит слушаться их и ехать дальше, искать горку-пожиратель? Напишите в комментах, пожалуйста. Ну что, горку нашли? Все, я домой. Нет, ты должен выполнить свое дельце до конца, и тогда мы тебя отпустим. Ничего я не буду делать, можете делать с машиной что хотите, я пойду пешком. И телефон тебе твой не нужен. Че не нужен, возьму и все. Не будешь нас слушаться, мы шиндарахнем тебя током. Да, током меня шарахните. Ну-ка, нолик, пахни его током. Что это было? Папочка, я только что угадаю. Ладно, ладно, фиксики, прокладывайте путь. Поеду искать вашу горку. Молодец, путь проложен. Ребят, помогите нам.